До пункта назначения 500 метров. Алиса, включи YouTube. Я проанализировала то очко, в котором вы застряли, и подобрала видео, которое скрасит вашу ситуацию. Видео с канала Гуляйнин. Велосипед. Начало. Ну, привет. Эта история довольно долго шла до экранов, а поэтому сейчас, не размазывая, коротенько, минут на 40, расскажем вам о том, как сам дьявол носился по дорогам США на велосипеде. Про год, в котором велосипеды запретили из-за тротуарщиков. Про влияние вулканов и ветеринаров на развитие велосипеда. И в чем разница обычного и безопасного велосипедов. В общем, Лапенко, самое время сказать. Сложно уместить большую историю в одном видео. А мы попробуем. Сейчас, катаясь на велосипеде, мы вряд ли задумываемся о том, как все начиналось, кто изобрел велосипед, почему, какие события привели к возникновению нового транспортного средства. Ну, типа, не сидел же кто-то на диване и такой вдруг. О, велосипед придумаю. Картавые истории Стаса Асафьева, которым вдохновлен этот видос, в принципе, ярко демонстрируют, что ничто само по себе не возникало, ничто само по себе не изобреталось, и у всего этого был какой-то исторический контекст. И данное видео будет отличаться от подобных тем, что я не просто перечислю имена изобретателей и варианты их велосипеда, но постараюсь погрузить зрителя в этот самый исторический контекст. Если пройтись по верхам, есть как минимум две версии, которые нет-нет да всплывают в разговорах о появлении велосипеда. Первая относится к эскизу чего-то напоминающего велосипед, который датирован примерно 1500 годом, якобы принадлежащий ученику Леонардо да Винчи Джану Джакомо Капротти. Эту версию часто вспоминают помойки типа РЕН-ТВ, когда в очередной раз обсасывают гений да Винчи. Наукой же считается, что это просто более поздняя подделка, так что проходим мимо. Вторая повествует, что некий граф Мед де Сервак изобрел устройство, отдаленно напоминающее велосипед. Называлось это «селилефео». Кстати, что любопытно, в румынском языке это слово означает «сельдерей». Эту версию тоже иногда вспоминают, но ее чаще ставят под сомнение ввиду, возможно, более позднего неверного толкования того, что там граф на самом деле изобрел. Фигня в том, что у изобретения графа де Сервака было 4 колеса, а не 2, как у велосипедов, что как бы уже не состыковочка. Но более поздние варианты селерифера изображали всегда с 2 колесами и делают их реплики до сих пор таковыми. Вообще наукой не доказано, что этот граф в принципе существовал. То есть, возможно, кто-то, где-то что-то похожее на велосипед да изобрел. Но это не точно. Первое же четкое основательное упоминание о изобретении некой фиговины, которая дала впоследствии базу для изобретения велосипеда, принадлежит человеку с мимасным именем Карл. Он родился 29 апреля 1785 года в городе Карлсруэ, что рядом со Штутгартом на территории современной Германии, недалеко от современной же границы с Францией. В современном понимании Германии на тот момент не существовало в принципе. Наш герой жил в Бадене, одном из государств Рейнского союза. Да, политическая карта Европы 250 лет назад была немного... много другой. Карл был родом из непростой семьи. Она была не то чтобы богатая, но была достаточно влиятельной. Отец Карла был судьей, что, считай, важный государственный чиновник. Мать Карла – баронесса фон Кельтенталь, что само по себе звучит круто. Звали отца Карла из Карлсруэ Карлом. Забегая вперед, крестным отцом Карлу приходился герцог Баденский Карл Фридрих. Возможно, другие имена в Бадене были платными, я не знаю. Я поначалу хотел называть нашего главного героя Карлом Карловичем, но потом понял, что мой речевой аппарат не вывозит это, поэтому буду называть его просто Карл. Как можно было понять из слов? Герцог, баронесса, судья, государственный служащий. Семейка была не челядь баденская. Ну и как бы ввиду этого совсем неудивительно, что Карл получил нормальное образование по месту жительства сначала в школе, потом в лицее. Мальчонка имел склонность к естественным наукам и в 1800 году, по протекции родителей и родни, он переезжает в соседний город Форцхайм, чуть южнее, где поступает в частную школу управления лесным хозяйством, которая принадлежит его дяде. История тут умалчивает, но, возможно, он тоже был Карл. Опять же, ничего удивительного, что с таким списком родственников работу после учебы ему искать не пришлось. И в 1805 году, по протекции своего крестного, Карла, он становится сначала сотрудником лесной администрации Бадена. А уже в 1808 году ему была обеспечена должность мастера лесного хозяйства без округа, но с оплачиваемым отпуском. Итак, дорогие коучи, успешного успеха. Ловите кейс. В свои 23 года у Карла была должность без места работы.
Был оплачиваемый отпуск от этой работы, который по факту не было. И по сути он просто получал деньги за то, что удачно родился. Сплошная коррупция и кумовство! Ну и так как у него была масса свободного времени, он использовал это для разного рода изобретений. Я подчеркиваю, разного рода, потому что до 1812 года его на этом поприще носило то туда, то сюда. И вот в 1812 году Карл сконцентрировал свои изобретательские таланты на изобретении некого транспортного средства, которое перемещается без лошади. Одно он даже выхотел показать общественности в городе Вена, когда там происходил конгресс разделения Европы после поражения Наполеона. На тот момент изобретение было четырехколесное. Останавливаться на достигнутом он не стал, и в 1817 году явил миру уже двухколесное изобретение, которое он назвал «Лауфмашин», что в переводе означает «беговая машина». Короче, товарищ, которому повезло родиться во влиятельной семье, башковитый, с образованием, лишними деньгами и лишним временем, вдруг направляет все свои ресурсы на изобретение некого транспортного средства, которое приводится в движение человеком. Вот не возникает ли у вас вопрос, а что случилось? Ну, если бы ты не спросил, не возникло бы. Не лошадью, не человеком победнее, а вот ты прям сам должен что-то делать, и транспорт тебя куда-то сам двигает. Была ли причина? Была. Я бы даже сказал, был целый комплекс причин. Во-первых, изыскание Карла Карловича совпало с тем периодом жизни Европы, когда с переменным успехом ее ураганил Наполеон. Ураганил посредством разного рода военных кампаний. А для гражданского населения на тот момент война — это что? Это ситуация, когда мимо них в большом количестве проходит армия одного государства, чтобы надавать люлей армии другого государства. Включает это в себя некоторое разорение сельскохозяйственных угодий, в некоторой степени, наверное, угон скота, ну и, соответственно, отъем фуража. Это корм для ранее отнятого скота. И это если гражданское население просто попало под логистику той или иной военной кампании. Главное тут – отъем скота, разорение сельскохозяйственных угодий. Но это все маленькая локальная причина. Я бы даже сказал – причинка. Ведь если посмотреть глобально, все куда интересней. Ведь, во-вторых, в начале второго десятилетия 19 века по Европе прокатилась череда неурожайных и холодных лет, что как бы тоже не способствовало привычному укладу жизни населения. Скотину становится кормить нечем, есть риск, что она умрет от голода. Превентивно ее забивали, чтобы уже не умереть от голода самим. Плюс Наполеон угнал что смог в Россию, а когда там потерпел поражение, то холодные и голодные остатки его армии разграбляли зернохранилища по всей Европе. Вследствие чего еще и зерно подорожало. Так или иначе, неурожай — это, в принципе, всегда про погодные условия. А погода, как ни крути, штука рандомная. Однако как-то так сложилось, что несколько лет подряд погода была прям ну такая себе, а лето, ну в смысле теплого времени года, в 1816 году не случилось вообще. В общем, рандом рандомом, но если имеем в виду именно начало второго десятилетия 19 века, тут, как говорится, есть нюанс. Дамы и господа, представляю вам серого кардинала череды неурожайных лет. Это... Масоны! Нет, вулканы. Итак, сейчас будет очень сложно, местами сильно душно, но я в вас верю. Итак, ледники. И правда сложно. Тихо, сейчас я все объясню. Так вот, ледники. Это многолетние, чаще многовековые наслоения атмосферных осадков, которые в спрессованном, замерзшем виде хранят в себе данные о химическом составе атмосферы. Потому что ледники не успевают растаять за лето, и осадки прошлого года просто накрывают осадками следующего года. И такой слоеный пирог получается. Одно из мест, где много ледников, это Гренландия. И в 1991 году ученые проводили там исследование, в ходе которого набурили много разных ледовых кернов. Ледовые керны – это куски льда вытянутой формы, которые высверливаются из толщи ледника. По их слоям ученые смотрят, в какие годы какой химический состав преобладал в атмосфере на планете. Примерно так же работают годовые кольца у деревьев. И на элементарном уровне можно даже понять, что толстое кольцо соответствует теплому году, а тонкое – холодному. Со льдом посложнее, но суть такая же. Пока понятно? Периодически на планете случаются извержения вулканов. Это нормальное явление. Когда это происходит, как мы знаем по новостям или по видео на ютубе, в небо устремляется огромный столб вулканического пепла. Глядя на химический состав ледовых кернов, ученые видят повышение уровня сульфатов. Это признак того, что в том году на планете деятельность вулканов была выше обычного. Потому что больше пепла поднялось в атмосферу, разнеслось по всей планете и, соответственно, в большей концентрации пепел выпал вместе с атмосферными осадками обратно на Землю.
есть какой-никакой средний уровень сульфатов. Но когда происходит какое-нибудь извержение мощное раз в 500 лет, на графике, соответственно, это выглядит как пик. Яркий пример последних лет — это извержение вулкана Эйяфьяллайокудль в Исландии, когда в северном полушарии, по-моему, вообще прекратилось самолетное сообщение на некоторое время из-за количества пепла в воздухе. Ну, тоже вроде ясно. Так вот, на начало 19 века на графике концентрации сульфатов мы имеем два пика. Первый пик приходится примерно на 1809-1810 года. К сожалению, нет точной информации, где и что бомбануло. На Земле тогда жило сильно меньше людей, и, возможно, извержение было где-то в ненаселенных регионах. А, возможно, эти регионы стали ненаселенными как раз из-за вулкана. Но осадки с сульфатами в ледниках сохранились. Спустя 5 лет мы видим еще больший пик по сульфатам, и в этом случае мы точно знаем, что и где бомбануло. 5 апреля 1815 года на территории современной Индонезии, а тогда Нидерландской Ост-Индии, началось извержение вулкана Тамбора. Началось все со взрыва, звук которого, как стало позднее известно, достиг Малукских островов, находящихся в 1200 километров от эпицентра. 10 апреля звуки взрыва достигли острова Суматра в 2000 километрах. Если вдруг полезете с линейкой в карту проверять эти данные, то я сразу говорю, я дал расстояние до центров указанных островов. Потому что в данном случае в источниках не указано, до какого именно места. Поэтому я дал среднее расстояние. Окей? Доподлинно известно, что в Джокьякарте, не путать с Джакартой, эти взрывы приняли за пушечные выстрелы, и в сторону предполагаемого нападения неприятелей были выдвинуты войска. От вулкана Тамбары до Джокьякарты 850 километров. Чтобы вы понимали, от Москвы до Петербурга 650. Это, конечно, не очень уместное сравнение, потому что над водой звук распространяется лучше ввиду отсутствия рельефа и преград, ну, просто чтобы вы понимали масштаб. По косвенным данным, описанием разрушений, ученые примерно определили мощность извержения вулкана Тамбара в 800 мегатонн тротила. Царь-бомба, самая мощная термоядерная бомба, которую когда-либо тестировало человечество, была мощностью 58 мегатонн. Ну, понятно же, что очень мощно. Давай дальше. После взрыва кальдера вулкана зафиксировалась на диаметре 6 километров. Ее отлично видно на спутниковых снимках. Гляньте сами, вот координаты. Примерно 10 тысяч человек погибли непосредственно при извержении на близлежащих территориях. Порядка 5 тысяч погибли на ближайших островах от 4-метровых цунами. Около 40 тысяч погибло в ближайшие несколько недель от голода и болезней на островах, опустошенных деятельностью вулкана. По разным данным, общее количество погибших варьируется от 70 до 90 тысяч человек в непосредственной близости с вулканом. Ну, то есть в радиусе 2000 километров. И это, скажем так, локальные последствия. Глобально же, поднявшийся в атмосферу в огромном количестве оксид серы вызвал такие изменения климата, что солнечные лучи не могли пробиться к поверхности Земли и на привычном уровне прогревать океаны и сушу. И если 1815 год прошел под знаком странных климатических и оптических изменений в атмосфере, которые в большом количестве остались зафиксированными на картинах того времени, то 1816 год современники запомнили как самый холодный год за последние 5 веков. Примерно, конечно, ведь метеорологические наблюдения – штука относительно новая. Но 1816 год люди запомнили как год без лета. В марте в Европе и Северной Америке температуры остались зимними. В апреле и мае выпало огромное количество осадков в виде дождей и града. Наступило лето, но морозы не отступили. То и дело, каждый месяц выпадал снег, бушевали смерчи, реки выходили из берегов. Вполне очевидно, что данная погода сначала привела к очередному неурожаю, затем к очередному голоду. И, кстати, это стало одной из причин первой массовой миграции из Европы в Америку. Этот год еще называли 1800 насмерть замерзший. Возможно, игра Frostpunk вдохновилась тем временем. И так как в данном случае мы имеем вполне доказанную связь мощнейшего извержения вулкана и длительного глобального похолодания, мы можем предположить, что извержение неизвестного вулкана в 1810 году привело к подобным последствиям, ведь череда холодных лет началась примерно с 810-811 годов. И под конец этой части уточню. Извержение вулкана Тамбары – одно из мощнейших в истории человечества. И самое страшное по количеству погибших. Альтернативно одаренные, кстати, приписывают последствия тех событий и ядерной войне с инопланетянами. А велосипед тут вообще при чем? Возвращаемся к Карлу в Баден. В принципе, можно предположить, что после изобретения системы записи фортепианной музыки на бумаге, пишущей машинки, перископа, вполне логично, что Карл решил изобрести предка велосипеда. Ну, типа, тут изобрел, там изобрел, здесь изобрету. Однако весьма вероятно, это не совпадение. Видя, что из года в год ситуация с тягловым скотом все хуже и хуже, логистика, которая в ту пору была полностью завязана на лошадей в сильнейшем упадке,
Карл Карлович применяет свою изобретательность, свои финансы, свое свободное время и чего уж, свой статус, чтобы как-то найти выход. И вот 12 апреля 1817 года он презентует свое изобретение в Мангейме. Для демонстрации безлошадного транспорта была выбрана лучшая дорога в городе. Маршрут пролегал до центрального почтового отделения, чтобы как бы сразу показать на примере почтовой службы, как было, как можно. Маршрут туда и обратно был примерно 15 километров. Карл Карлович покрыл это расстояние на своем изобретении за час, что на то время было ого-го каким результатом. Ты вот за последний час в пробке и 1 километра не проехал. Хорошая попытка, Вилла, хорошая. Беговая машина Карла состояла из колес от телеги, других тогда не было. Они были прикреплены к деревянной раме. Карл был из лесного хозяйства и работал с привычным для него материалом. Имелась рулевая колонка с подлокотниками и мягкое седло. По сути, это большая деревянная версия современного детского пластмассового беговела. Чтобы привести в движение Lauf Machine, человек перебирал ногами, отталкиваясь от дороги, и какое-то время катился, сохраняя равновесие. Разгонялась эта штука до 12-15 км в час. Даже какой-то примитивный тормоз был, который работал по принципу «дерни за веревочку, колесо и остановится». Короче, для начала 19 века это ого-го какой аппарат! Второе испытание было между населенными пунктами Гернсбах и Баден, между которыми был 200-метровый холм, который очень сильно портил логистику для транспорта того времени, особенно в плохую погоду. Итог поездки. Средняя скорость составила примерно 7 км в час, время в пути 1 час, что в 2 раза быстрее, чем средняя скорость почтовой повозки. Естественно, испытания проводились в сухую погоду по хорошей дороге. Осени того года Карл подготовил иллюстрированную брошюру «Lauf Machine Designs», где, помимо прочего, были представлены двухколесные, четырехколесные модели и тандемы. Можно было инвестировать в готовую модель, а можно было заказать дизайнерский вариант. Официальные модели удостоверялись номерным знаком и гербом семьи Карла Карловича. В следующем, 1818 году, Карл публикует уже французский вариант своей брошюры, где мы впервые в истории видим слово «велосипед». Я не знаю, как это читать по-французски. Велосипеде? 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 Для французских мадам и месье Карл предусмотрел варианты, оборудованные зонтом, парусом и даже лампой. Возможно, это какой-то тонкий баденский юмор про французов. Ну а чтобы полностью выйти на международный уровень, Карл устраивает массовую демонстрацию в Люксембургском саду в Париже. Чтобы вы понимали, собралось несколько тысяч зрителей. И каждый заплатил денежку, чтобы посмотреть на изобретение Карла. В газетах началась шумиха. Одни освещали мероприятие, другие довольно быстро встали против нового изобретения. По сути, в газетах того времени происходило ровно то же самое, что сейчас происходит, ну, после, например, презентации очередного айфона. Одни паблики просто пишут, что было, вторые пишут, что им понравилось, что не понравилось, а третьи клепают мемасы. И вот 250 лет назад было то же самое, только в газетах. Morning Chronicle описывает огромные толпы людей, из-за которого тест велосипеда шел не по плану. Однако отмечают, что штука действительно едет и довольно быстро. В Liverpool Mercury заявили, что устройство, ну, пригодно для сельской местности, ну и может для коротких поездок по городу. Журнал De Paris едко подмечает, что гонщик упал и тем самым вывел из строя свой аппарат, сломав болт. Болт. Ну и все подмечали сходство с детской лошадкой, и поэтому первое впечатление было легкомысленное и несерьезное. Плюс, мемасы того времени и в хвост и в гриву стебали наездников, мол, изобретатель данной фиговины заслуживает благодарности сапожников, ведь он нашел оптимальный способ изнашивания обуви. Но любопытство все равно взяло верх, и в том же 1818 году на изобретение Карла Карловича все-таки стали катать. По паркам. Все вы из парков вышли, парки должны вернуться. Несмотря на то, что в парках крупных городов появились прокаты, продажи сами по себе были неплохие, были проблемы у Карла с запуском стартапа, а соответственно с обогащением. Возможно, некоторым сейчас будет сложновато воспринять информацию, но я в вас верю. Как мы помним, Карл Карлович был на зарплате в лесном хозяйстве. Он там даже был типа мастером, типа начальником, но по сути он нигде и никем не работал. Хорошо быть Карлом, сыном Карла, из Карлсруэ, с покровителем герцогом Карлом. Но при этом, будучи на зарплате и при этом нигде по факту не работая, возглавить еще одно частное предприятие было нельзя. А переписать бизнес на родственников тогда еще, наверное, не придумали. И ему на помощь приходит еще один влиятельный человек той местности. Младший великий герцог. И вы ни за что не угадаете, как его звали.
Короче, был издан указ о защите изобретения Карла Карловича сроком на 10 лет. А сам Карл назначался профессором механических наук. Которому что? Правильно, положена пенсия. А мы точно про Европу говорим? В общем, преодолев вот таким феерическим образом местную бюрократию, Карл Карлович начал свое дело. За 1818 год появилось несколько тысяч деревянных велосипедов массой от 22 килограмм. Они получили распространение от Австрийской империи до Северной Америки. Продал ли их все Карл Карлович и стал безумно богат? Да, конечно, нет. Несмотря на то, что еще в начале года Карлом был получен патент на свое изобретение, он не распространялся за границы Бадена. А Баден занимал, чтобы вы понимали, вот такую территорию. Позже Карл получил 5-летний патент во Франции, но количество подделок от этого не уменьшилось. Времена, прямо скажем, беззаконные были. И вот, в конце года, 22 декабря, лондонский кучер Деннис Джонсон получает патент на свой вариант велосипеда, который, ну, не слово в слово, но срисовал с велосипеда Карла Карловича, который завезли с материковой Европы. А чё, так можно было? Пешеходная коляска Джонсона была легче, ведь там, где было возможным, дерево было заменено на металл. Имелись более устойчивые колеса, перекладина с седлом была немного опущена, а рулевая колонка была тоже металлическая. Снова имеем тот факт, что человек работал с понятным для него материалом. Его вариант развивал скорость до 17 км в час, что по тем временам было просто ну очень быстро. Также в модельном ряду Джонсона были варианты для женщин с откидной рамой. Так как женщины тогда ходили в длинных платьях, это накладывало некоторые трудности для катания на велосипеде. Для популяризации с магазином, где продавались модные лошадки, как их окрестили в народе, почему поясню позже, была даже своего рода школа верховой езды на велосипедах, и там даже гонки проводились. Английские сатирики и карикатуристы не отставали от французских и немецких и тоже высмеивали новинку. В Британском музее хранится такая гравюра, где джентльмены выбирают велосипед так, как если бы это была лошадь. Смотрят зубы, подхвост и так далее. Красота, успех. И все. Да, кто бы мог подумать, но столь массовое увлечение, которое осталось в истории как самый первый велобум, закончилось уже в 1819 году. А что случилось? Да случилась банальная реальность начала 19 века. Дороги были еще, ну, совсем не асфальт, а даже улицы в городах, где ездили кареты, повозки, это, по сути, неровные, изрытые колеями грязные дороги. А за городом могли быть просто направления. Велосипед тогда сам по себе штука тяжелая. Толкать его нужно было ногами. И мы как бы получаем в сумме довольно утомительное занятие, особенно если речь идет про грязь. А где ехать, если по проезжей части никак? Правильно, велосипедисты того времени поперлись на тротуары. Так что для матрасных велоклубов, которые порой толпами ездят по тротуарам, у меня есть замечательная идея для мерча. Тротуарим с 1818 года. Удобство от этого велосипедисты, конечно, себе в какой-то мере получили, а вот пешеходам не нравилось. Интересно, почему? Напоминаю, велосипеды весили от 20 килограмм, состояли из дерева, иногда с металлическими вкраплениями. Штука не то чтобы маневренная и управляемая. Плюс еще тяжелый наездник, и вот очередного пешехода сбила довольно корявая жесткая конструкция общим весом с наездником в центнер. Правительство разных стран посмотрело на это и решило от греха подальше просто запретить в городах велосипеды первой волны. За городом можно было продолжать месить грязь, но что-то велосипедистам это не сильно нравилось. В Англии не зря велосипеды называли модными лошадками – «dandy horse», потому что на них катались только лондонские дэнди. Ну, позеры и модники той эпохи, если кратко. А перед кем красоваться за городом? Перед местной голытьбой? Такое. Поэтому после запрета велосипедов в Милане в 1818, в Лондоне и в Нью-Йорке в 1819 и даже в Калькутте в 1820, интерес к изобретению Карла Карловича и всем остальным вариациям очень резко пропал. Тот год для Карла Карловича в принципе был неудачным. От гонения ему пришлось даже убежать в Бразилию. Это никак не связано с велосипедами, проблемы случились из-за работы его отца. Он, я напоминаю, был судьей, случилось некое политическое дело, он его рассудил неправильно, и вся семья попала в немилость. В жесткую немилость, вплоть до покушений на убийство. В целом, дальше жизнь не баловала Карла Карловича, и 10 декабря 1851 года он скончался без гроша в кармане. Однако, помимо того факта, что он стоит за изобретением первого массового велосипеда, есть еще один моментик, который я придержал.
Карл Фридрих Кристиан Людвиг Фрейхер Драйс фон Заарброн, или же просто Карл фон Драйс, как мы уже знаем, не преуспел с велосипедом в плане дальнейшего распространения его в массы, но одна его наработка продолжила жить и дошла до наших дней, сохранив в себе его фамилию. Драйзен. Так называли англичане лауф-машин Карла Карловича, а до этого его четырехколесного предшественника. По-французски это звучало «дрезиен». Сейчас, созвучно с этими словами, дрезина – это штука, которая перемещается за счет мускульной силы человека на четырех колесах по железной дороге. Не исключаю последовавшие в истории притягивания за уши, но очень хочется верить, что след Карла фон Драйза хоть в одном изобретении, дошедшем до наших дней, но остался. Ведь, несмотря на запреты, Карл фон Драйз дал импульс изобретательству. В основном оно сосредоточилось в Англии, но тем не менее. Энтузиасты старательно развивали то, что им досталось, хотя были и те, кто был категорически против данного новшества. Первыми, кто был против, были хирурги, обвиняя новое транспортное средство в том, что оно наносит непоправимый вред ногам. Кузнецы в Англии открыли настоящую охоту на Дэнди Хорсы, потому что были уверены, что она навредит их ремеслу подковывания лошадей. Ну и карикатуристы, куда же без них, подхватывали любой инфоповод, чтобы высмеять владельцев или инженеров. За следующие 40 лет с момента изобретения Карлом Карловичем исходника было придумано колоссальное количество вариаций на тему. Хотя большинство даже отдаленно не напоминало велосипед. А названия какие были? Алипод, Тревитор, Маневелоситер. Ух! Вот вам цитатка под занавес главы, которая отлично передает дух эпохи. Она датирована 1862 годом, и речь идет про выставку достижений. Фирма под названием Messrs. Matthew из Челси представила трехколесный велосипед, по сути такой же по дизайну, как старомодные велосипеды, которые до сих пор можно найти в некоторых наших небольших городах и деревнях, где небольшая физическая пытка считается ценным средством испытания духа. Прошло 11 лет с момента смерти Карла Драйза. 1862 год. В небольшом французском городке Нанси человек по имени Пьер вдруг видит, как мимо него проносится некто на сумасшедшей скорости в 10-15 км в час на дрезиен. Итак, Франция. Глобально, может, звучит далековато, но, по сути, место действия, городок Танси, находится буквально в паре сотен километров от Карлсруэ. В рамках рассказа истории о возникновении велосипеда данная область вполне может претендовать на звание «Родины велосипеда», «Колыбели велосипеда», ну вот все вот это. Так как Пьеров в этой главе всего два, и они не родственники, то фамилию главного героя я вам расскажу сразу, благо за ней никаких спойлеров нет. Лалемент. Так выглядит транслитерация его французской фамилии. В разных источниках ее перевели по-разному, но, ребята, камон, есть же вот сейчас, в 2024-м, как минимум, Google-переводчик, который ее прочитает как-то типа... Лалемент. Собственно, что нужно знать о чтении французских фамилий. Треть букв мы просто выкидываем, треть букв мы коверкаем, делаем ударение на последний слог, как во всех французских словах, и вуаля. Пьер Лальма. И вот, Пьер Лальма на момент его визуального знакомства с Дрезиен работает сборщиком колясок в городке Нанси. Ему 19 лет. Уже есть какой-никакой опыт механика, голова на плечах и руки из нужного места присутствуют. Знаете такую фразу? Если бы я умел, я бы сделал лучше. Вот лично я бы сделал идеальный велонавигатор. Если бы умел. А Пьер, к счастью для нас, реально шарил. И ему одного визуального контакта вполне хватило, чтобы понять, как сие сделать лучше. И, возможно, продать. Первое, что он сделал, он изобрел кривошипно-шатунный механизм и педали к нему, и приделал их на ступицу переднего колеса. Ну вот как на детских трехколесных велосипедах, только он сделал двухколесный и взрослый. По сути, он изобрел такую первобытную трансмиссию. Был ли он в этом первый? Вопрос спорный. Есть, например, сведения о том, что за 3 года до рождения Пьера некий шотландский бондарь, это человек, который делает бочки, усовершенствовал одну из вариаций велосипеда Карла Карловича. Звали его Кирк Патрик Макмиллан, жил он в Кортхилле. Чтобы облегчить себе задачу, а он всего лишь хотел посетить сестру, которая жила в Глазго, он решил некоторым образом модифицировать велосипед, который был у него в распоряжении. Возможно, в вариации Денниса Джонсона. Ехать до Глазго было 60 километров, что для беговела, прям скажем, многовато. И исходя из имеющихся упоминаний, он тоже сделал нечто вроде трансмиссии, но она была рычажная и приводила в движение заднее колесо. И на этом история Бондаря из Шотландии в принципе и заканчивается. Неизвестно даже, доехал ли он до Глазго. А может, это вообще миф, потому что есть упоминания о другом Бондаре, но тоже из Шотландии и тоже который изобрел что-то типа трансмиссии.
Но сильно вряд ли об этом изобретении, даже если оно было, мог знать Пьер Лальма. Первый свой рабочий прототип он собрал в том же 1862 году. По первости он тренировался ездить по длинному-длинному коридору. Когда же научился более-менее держать равновесие, он выехал на улицы Нанси. Желая продвинуть свое изобретение, в следующем году он перебирается в Париж, где знакомится с братьями Оливье, представителями семьи, которая владела несколькими химическими заводами в Лионе, то есть была при бабках. И непосредственно братья Оливье, Эмэ, Рене и Мариус, стали в 1864 году первыми обладателями некой серии велосипедов. А чтобы эту серию выдать, Пьер устраивается на работу в кузню, которая ориентирована на изготовление деталей для экипажей. Начальником там был его тезка, Пьер Мишо. Да-да, тот самый второй Пьер, который не родственник первому. Помимо Мишо Пьера, на предприятии также присутствовал его сын, Эрнест. И он очень внимательно наблюдал за изобретателем, который у них работал. Поглядывал, слушал рукоплескание братьев Оливье, зарисовывал что-то на салфетке и мотал на ус. Проработал Пьер Лальма в кузне недолго. Уже в 1865 году он, заработав некоторый капитал, отправляется покорять со своим изобретением Америку. Жил он там в Ансоне, штат Коннектикут. Здесь он докручивал и допиливал свое изобретение. Заручившись поддержкой финансиста Джеймса Кэрролла, в апреле 1866 года он подает самую раннюю и единственную американскую заявку на патент на педальный велосипед. Патент он получает в ноябре того же года. По большому счету, велосипед Лальма отличался от модной лошадки Денниса Джонсона в основном наличием педалей. Чуть в меньшей степени тем, что седло устанавливалось на мягкую полосу металла, которая добавляла удобства, амортизируя на неровных дорогах. Можно сказать, что именно Пьер Лальма изобрел флекс. Очень модное слово в этом году, я посмотрю. Ровных-то дорог тогда до сих пор еще не было, и хоть какая-то амортизация сглаживала ощущение от езды. И вот, казалось бы, успех. С большой помпой, с максимально большой, на которую был способен, он показывает свое изобретение студентам Йельского университета. Они покивали, похлопали, некоторые даже посмеялись, но продаж не случилось. Осенью того же года случилась забавная ситуация, когда, будучи в окрестностях Ансонии, он въехал в гору. А затем, как он позже это описал корреспонденту газеты, он испытал истинный восторг от быстрого спуска вниз. Но восторг моментально сменился на страх и панику, потому что на дорогу, по которой он несся без тормозов, вырулил фургон. Он летел на огромной скорости и пытался докричаться до извозчиков, но они его не слышали, и в итоге он просто слетел с дороги и угодил в сточную канаву, разбив голову при этом. Водители телеги вообще и не поняли толком, что случилось, но греха подальше решили свалить оттуда. Пьер вылез из канавы. Грязный, мокрый, с пробитой головой, кое-как вытащил велик и уже без восторга поехал обратно в город. На въезде в город его внимание привлекло некое столпотворение у таверны. Он решил поинтересоваться, что происходит. Оказалось, что те самые мужики с фургона там взахлеб рассказывали, как мимо них пронесся дьявол с человеческой головой и телом то ли змеи, то ли птицы, и летел над землей, выкрикивая проклятие. Как легко в те времена можно было людей напугать. Пьера это, конечно, позабавило, и подкатив свой велосипед к уже изрядно принявшим на грудь мужикам, он с сильным французским акцентом произнес: «Я бил дьяволом». Но несмотря даже на такой инфоповод, продаж не случилось. Не помогали ни презентации, ни выезды, ни показы. И продолжалось так полтора года. А соответственно, Пьер не мог найти производство, которое согласилось бы серийно выпускать его велосипед. Один из немногих сторонников Пьера описал сложившуюся ситуацию так. Не способный каким-либо образом продвигать свое изобретение, он вернулся в Париж не ближе к богатству, чем когда оттуда уезжал. Жалко этого добряка. И да, Пьер Лальма возвращается домой, во Францию. А что там? А там его тезка Пьер Мишо с сыном Эрнестом и деньгами братьев Оливье делают бизнес, выпуская велосипеды под маркой Мишодин. В историю их предприятие Мишо и компания попадет как первое серийное производство велосипедов. Бизнес эти парни обкашляли, как только Пьер Лальма покинул Париж. Благо, за ним здесь никаких патентов не числилось, так что руки семей Мишо и Лальма были кристально чисты. Зато салфетки Эрнеста Мишо были сплошь в зарисовках и чертежах того, что он успел подглядеть, пока Пьер Лальма работал у них. Списывать слово в слово уже тогда считалось петушиным поступком, поэтому Мишо все-таки что-то да принесли в этот проект. Будучи людьми, которые работали с металлом, они в первую очередь изготовили змеевидную чугунную раму. Это добавило элегантности и упростило серийность производства. Колеса остались деревянными с металлическими покрышками. Опять же, других на тот момент особо не делали. Плюс в те годы люди еще не мерились граммами, и велосипед массой 45 килограмм вообще никого не напряг. Тяжесть — это надежно.
Да, но вес плюс до сих пор не асфальтированные дороги очень быстро выявили, что конструкция просто не вывозит по прочности. Она, ко всему прочему, совсем не амортизировала, и в народе велосипед-мешо прозвали костетряс, костелом, костегрыз, ну, все такое. Плюс люди с руками и головой были не только в семье Мишо, и в 1865 году другой кузнец из города Леона представил свою версию рамы – литую. Она была из цельного кованого куска железа и превосходила по прочности вариант Мишо. Видя ситуацию на рынке, братья Оливье, которые были инвесторами, а соответственно они были заинтересованы в лучшем товаре и лучших продажах, потребовали от Мишо обратить внимание на раму из Леона и делать так же. А лучше? Лучше! Благо, ее уже подхватили другие мелкие шарашки, и никаких патентов еще не было. Но вот примерно на этой теме Пьер Мишо и братья Оливье успешно разосрались, и в 1869 году их сотрудничество было полностью завершено. Совпадение это или нет, но в том же году случается завершение второго цикла повального увлечения велосипедами в континентальной Европе. Причины практически не изменились. Штука тяжеленная, маневренность и управляемость под вопросом. Денег стоит немалых, и дороги полны П. Однако, примерно в то же самое время, в США, интерес к велосипеду вдруг начинает обретать форму и набирать обороты. А все благодаря предприимчивому энтузиасту Келвину Уитти, который выкупил патент Лальма. И самый прикол в том, что он продвигал велосипеды, говоря всем, а вот во Франции на них ездят все. Это очень современно, очень молодежно и очень модно. И мы не будем никаким новым светом, если не будем использовать такие современные вещи, которые все используют в старом свете. С вас 27 долларов. Деньги на тот момент были, мягко говоря, немалые, и на какой-то период времени достаточно короткий. Это осложнило развитие велобизнеса. Но прям ненадолго. Примерно с этого момента в США начинается настоящая гонка по улучшению, совершенствованию и модернизации велосипеда. Ну как гонка? Гоночный всплеск. Одной из первых была компания Pickering и Davis, которая предложила полые трубки вместо цельнометаллических. Основной посыл их рекламной кампании заключался в том, что их велосипеды легче, прочнее и дешевле, чем французские варианты. Также они разработали и внедрили тормоз, который расположен в привычном уже для нас месте на руле. И именно Pickering и Davis стали первыми в США, кто начал завозить велосипеды в Англию и Францию. Далее Henlon Brothers привнесли в дизайн велосипеда чуть легкости и практичности. Они усовершенствовали переднюю вилку так, чтобы стало проще производить обслуживание оси, а также заменять длину шатунов. Поток патентов в эти годы видоизменял велосипед практически раз в месяц. В 1870 году, например, впервые для велосипедов применили резиновую оплетку для колес, что уже какое-то время применяли для телег. А следом за этим внедрили паутинное колесо. Ну, на наш современный лад это металлический обод с металлическими спицами. Его еще в 1849 году в Англии изобрел Уильям Стэнли. Таким образом, колеса стали более пластичными, более амортизирующими и более пригодными для езды на велосипеде. Разумеется, велосипед становился частью массовой культуры. Появлялись велошколы и велоклубы. Но стоит отметить, что базировались они в основном в крытых помещениях с хорошим покрытием. Тут и арендовать можно было велосипед, и инструктаж первичный пройти, и поучиться на нем ездить в более-менее безопасных условиях. Катать по ухабистым дорогам до сих пор никому не улыбалось. А это еще машин на дорогах не появилось. И складывалось впечатление, что Америка впереди планеты всей по части внедрения нового инновационного транспорта. Тут еще и Франции стало не до велосипедов ввиду франко-прусской войны. Но буквально около года повального интереса к велосипеду сменилось на полное отсутствие оного. То есть волна очередного велосипедного бума сошла на нет просто... И все! Причины были. Во-первых, жесткие патентные требования Келвина Уитти и полное отсутствие отраслевых стандартов. Это приводило к разношерстности качества, а, соответственно, стоимости. Во-вторых, в среднем качество выпускаемых велосипедов было очень низким, потому что на волне повального интереса к данной фиговине буквально все, кто умел работать с материалом, пытались урвать свой кусок хлеба. Кузнецы, строители вагонов, телег и так далее. Делали они, соответственно, в меру своих умений и привычных им технологий. В-третьих, главное, велосипед был несовершенен. Если по ровному велотреку на нем можно было относительно безопасно кататься и даже получать некоторое удовольствие, то на дороге все плюсы улетучивались и включался режим костолом. Постепенных изменений было недостаточно. Нужен был радикально другой дизайн. И когда сначала во Франции и континентальной Европе, а чуть позже в США интерес к велосипеду полностью угас, в дело включилась Великобритания. Туманный Альбион и сейчас овеян шутками о том, что у них все не как у людей. Правостороннее движение, имперская система измерений, всякая по мелочи. Но они считают это обычным делом. Вот ты, например, знаешь, сколько футов в одной миле? Наверняка ведь какое-то обычное, легко запоминающееся число.
5280. Сколько? Обычная? Да, обычная. Для них вот это обычно. И вот этот велосипед марки Ариэль в народе у них назывался обычным. Вот этот велосипед назывался обычным. Но обо всем по порядку. Итак, тут главное действующее лицо, двигавшее велосипед в светлое будущее, Джеймс Старли. Выходец из фермерской семьи, который с самого детства начал проявлять недюжие изобретательские таланты. Следить за пальцами. То парень какую-то крысоловку хитрую сделает, то попозже какую-то швейную машинку сначала починит, а потом еще и модернизирует. За что хозяин этой машинки порекомендует парня своему другу Джосайю Тернеру, партнеру компании Ньютон, Вилсон и компания. Собственно, которые сделали ту самую швейную машинку. Такой вот незаурядный карьерный рост. Джеймсу к этому моменту уже стукнуло 29 лет. А еще через 2 года, в 31 год, он с Тернером основывает уже свою компанию по изготовлению швейных машинок Ковентри в одноименном населенном пункте. Дело шло очень хорошо, люди жили в огромном достатке, а в 1868 году племянник Тернера привез из Франции новый, замечательный, классный, модный костолом. Джеймс посмотрел на это и сказал: «О!» И довольно скоро Ковентри стал центром британской велосипедной индустрии. Французский оригинал Пьера Лальма или доработки Мишо и компании в комплекте имел колеса чуть разного диаметра. Джеймс Старли довел эту разницу до абсолюта, увеличив переднее колесо просто вот до предела возможного. Логика была следующая. Напоминаю, переднее колесо до сих пор ведущее, и там располагаются педали с шатунами. Никакого фривила еще не было, это был фикс, чем фиксеры наверняка страшно гордятся, ведь по сути первый велосипед был фиксом. Так вот, чем больше ведущее колесо, тем соответственно больше расстояние оно проезжает за один оборот. Что у вас там? 26-е колеса? 27,5? 28? 29? 42-е, как вам? И это еще не предел. На выставке в Филадельфии, о которой мы еще поговорим, был представлен вариант с 82-ми колесами. То есть диаметр переднего колеса ограничивался, по сути, только длиной ног велосипедиста. Заднее колесо было ровно такого диаметра, чтобы оставалась возможность держать равновесие. Из-за разницы переднего и заднего колеса в Англии велосипеды очень быстро прозвали «пенни фартинг», потому что тогда в ходу были большая монетка «фартинг» и маленькая монетка «пенни». Да-да, умники со знанием английского, тут про пердеж ничего нету. Хотя, похоже. Научно же они именовались велосипед номер один, хай-роллеры, или просто обычные. Обычные, Карл! Название первого серийного обычного велосипеда было Ариэль. Велосипеды Ариэль выпускались тысячами. Благо и производства на месте не стояли, и благодаря новшествам в производстве труб, подшипников, шин из цельной резины, спецованных ободов, велосипед номер один сбросил половину изначальной своей массы. Вес — это надежность, а малый вес — это скорость. И по мере применения всех промышленных улучшений, велосипеды стали развивать скорость до 30 км в час. И тут, пожалуй, задолго до рождения Джереми Кларксона отлично подойдет его цитатка про то, что скорость никого не убивает. Убивает резкая остановка. Я вообще не в курсе, точно ли это его фраза или это очередной Джейсон Стэтхэм. А резкая остановка головой об землю с размаху с высоты 2-3 метров, ну, тоже, наверное, здоровью пользы не приносит. Да, обычный велосипед оказался нифига не безопасным, однако спортивную аудиторию это вообще не отпугнуло. А другой аудитории, по сути, и не было. Ну да, люди почти не интересовались велосипедами в плане погулять, отдохнуть на них. А вот спортивные велоклубы создавались прямо по всей стране, хотя правительство было вообще не в восторге от этого. Но, как я уже сказал, дело шло отлично. И в 1875 году велосипеды Ариэль, ну точнее их, скажем так, лицензионная экспортная копия, была представлена на выставке «Столетия» в Филадельфии. И эту же выставку в том же году посетил олдермен города Ньютон, штат Массачусетс, Альберт Агастас Поуп. Еще кто-то. А ничего, что глава называется Пье? Я помню, погоди. Ну, просто Поуп слишком большая фигура, чтобы обойти его внимание. Вот Стас Асафьев не даст соврать. Оценив велосипеды Ариэль, Альберт Поуп справедливо решил опробовать. Опробовал он их на паре моделей, после чего их сразу продал. В начале 1878 года он инвестирует $4000 на импорт 50 велосипедов. А уже весной следующего года он начинает подумывать о собственном производстве. Понимание он нашел на фабрике швейных машинок Witt, куда он, дабы продемонстрировать товар лицом, приехал прямо на велосипеде и говорит такой: «А давайте делать вот такие штуки. Я его на поезде в багажном отделении привез, от вокзала прямо к вам приехал. Удобнейшая штука, давайте такие делать, бизнес будет, во!» И в сентябре того же года были выпущены первые велосипеды марки Columbia. За остаток года их продали 92 штуки, а за следующий год — 1000 штук.
В 1880 году появилась модель «Стандарт» с 48-дюймовым передним колесом и полностью никелированным покрытием. Стоила она $132.5, а версия победнее, без никелированного покрытия и широкоподшипников, $87.5. Но тут остро встал вопрос патентов. Ведь, как вы помните, велоотрасль вот совсем недавно схлопнулась из-за патентных прав Келвина Уитти и отраслевых стандартов. Ну, точнее, их отсутствие. А патент Пьера Лальма как был у Келвина Уитти, так и оставался, и был в силе еще целых 6 лет. Прекрасно понимая, что за следующие 6 лет Поу помогут догнать, обогнать и оставить далеко позади, он сделал то, что делают все американцы в кино. Он пошел в суд. Я не буду углубляться во всякие судебные распри и то, что им предшествовало. Там разделение прав между двумя фирмами, роялти с каждого выпущенного велосипеда. Мне это не интересно. Но ввиду этого судебного разбирательства Пьеру Лальма даже пришлось прибыть в Америку из Парижа. Итогом судебного разбирательства стало приобретение Поупом всех патентных прав на изобретение Пьера Лальма. Последний, кстати, на время суда жил в Бруклине и работал на фабрике Поупа. Поуп Manufacturing Company. Но по завершению суда в какое-то продолжительное сотрудничество у Поупа и Лальма не вышло. И по большому счету Пьер закончил как Карл Драйс. Какое-то время он работал в колесной компании Overman. С 1886 года работал в компании Sterling Cycle & Co. Работал он самым обычным сборщиком, без какой-либо претензии на партнерство. В 1891 году он умер в полной безвестности. Ему было всего 47 лет. Как вы поняли, Пьер тоже не добился ничего. Мимолетный успех, на который он тратил годы работы, денег и здоровья, сменялся забвением. Мода на велосипеды вспыхивала в моменты, когда он был на другом конце света, и затухала, когда он оказался рядом. Либо то, чем уже стало его изобретение, шагнуло сильно дальше того, что когда-то изобрел Пьер. После его смерти на многие годы он был забыт, и история изобретения велосипеда зачастую на место изобретателя ставила Пьера Мишо. Лишь в 1993 году Дэвид Херлихе доказал, что именно Пьер Лальма приделал педали модной лошадки Карла фон Драйза, что именно его патент на педальный велосипед был первым, и что именно его велосипед упоминается раньше велосипеда Мишо. Сейчас, недалеко от дома в Бостоне, где скончался Пьер Лальма, проходит велодорожка через парк Southwest Corridor. Участок длиной около 6 километров назван именем Пьера Лальма, человека, который изобрел велосипед. Пора округлять мысль. Как видно из геометрии велосипедов в Колумбии и Ариэль, это не конец истории. Мы ведь знаем, как выглядят современные велосипеды. И справедливо сказать, что на обычных велосипедах история не закончилась. И хорошо. Случаев, когда у велосипедистов, рассекавших на панифартингах, будь то Ариэль, Колумбии или другой фирмы, случалась авария, не единичны. Как правило, случалось какое-то столкновение с чем-либо, и велосипедист под действием инерции летел вперед головой. А там могло быть все что угодно. Столб, дерево, телега, ров с крокодилами, кусты. Обычный велосипед был, сука, травмоопасным. Напоминаю, он мог разгоняться до 30 км в час, что достаточно быстро. Прибавим к скорости высоту посадки велосипедиста и понимаем, что при экстренном торможении головой об асфальт, скорее всего, будут травмы. И было бы странно, если бы никто не задумался как-то обезопасить эту конструкцию. Ну, то есть, велосипеды продавались прекрасно. Тысячами в год. Были уже налажены производства и в Англии, и в США. Но массовости, о которой мечтали производители, не было. Велосипеды как были уделом модников и спортсменов, так и оставались. Я вот так вот, приложив палец к носу, даже не знаю, как залезать на панифартинг. Google в помощь. Популяризация достигалась за счет разного рода велотреков, велошкол при них и зарождающихся велогонок, которые притягивали скорее зрителей, чем велосипедистов. В обществе был запрос на массовый велосипед. Но чтобы он стал действительно массовым, он должен был стать безопасным. И в 80-х годах 19 века термин «безопасный велосипед» стал определением практически для всех велосипедов, которые были альтернативой обычному велосипеду. Первейшим отличием безопасного велосипеда было то, что ноги велосипедиста всегда были рядом с землей, а не где-то там. Не обязательно, чтобы колеса были одинакового размера. Безопасностью считалась возможность в любой момент остановить велосипед, банально опустив ноги на дорогу. Ну, тупо затормозить ногами. Вот, например, безопасный велосипед, разработанный инженером Гарри Джоном Лоусоном в 1876 году. Такого. Но широкого распространения велосипед Лоусона не получил. Он был дороговат, сложноват и тяжеловат. Предпосылки к подобной безопасной геометрии были и ранее. Например, Томас Хамбер что-то похожее выдал еще в 1868 году. Позже он запатентовал первую ромбовидную раму, которая нам сейчас видится вполне привычной.
Но в моменте велосипеды Хамбера не взлетели, даже несмотря на то, что с ним тогда работал один из первых профессиональных велоспортсменов Фред Купер. То есть он прям зарабатывал тем, что ездил по городам и весям и катался на велосипеде на гонках. Идея была отчасти в том, что успешно гоняя на велосипеде Хамбера, Фред Купер так или иначе рекламировал данные велосипеды. Люди бы видели этот велосипед, интересовались и покупали. Но нет. В будущем геометрия рамы, которую изобрел Томас Хамбер, стала прям отраслевым стандартом. Но сильно потом. А на заре становления безопасного велосипеда Томасу, ну, не повезло, не фартануло. А вот первый коммерчески успешный безопасный велосипед числится за племянником Джеймса Старли, Джоном Кэмп Старли. В 1872 году он работал вместе с дядей над велосипедами Ариэль. В 1877 году он организует с местным любителем спорта Уильямом Саттоном предприятие Старли, Саттон и Ко. И их предприятие пошло немножко другим путем. Главной задачей эти двое поставили себе изобрести безопасный велосипед. И первое, к чему они пришли, был трехколесный велосипед, который они показали людям в 1883 году. Через пару лет, в 1885 году, они выдали уже двухколесный велосипед. И отличало его от многих тогдашних безопасных велосипедов цепной задний привод. Цепной привод в том или ином виде существовал уже не один век. Это довольно распространенная старая технология. Но серийно к двухколесным велосипедам его применили только в 1885-м, а до этого ставили только на трех-четырехколесные вариации на тему велосипеда. Ну и на это время это был уже далеко не единственный вариант безопасного велосипеда. В 1885 году Генри Старми в своем справочнике по безопасным велосипедам выделяет цепные заднеприводные велосипеды как одну из трех распространенных тогда вариаций, но далеко не самую популярную. На фоне 7 рычажных переднеприводных велосипедов, 44 редукторных переднеприводных, всего лишь 9 с задним цепным приводом. Но лишь безопасный велосипед Старли выбился в лидеры продаж. И вот в этом месте истории мы наконец-то касаемся территории, которая в будущем отойдет сначала мотоциклистам, а потом автомобилистам. Ведь название велосипеда Джона Кэмп Старли – Ровер. Тот самый Ровер, который, как писали в журнале Cyclist, задал стандарт всему миру. Это стало рекламным слоганом компании на многие годы. Впоследствии компания стала называться Rover Cycle Company Limited. Первой, кто в Америке задумался об идее безопасного велосипеда, была компания Overman Wheel. Да-да, там, где работал Пьер Лальма недолго. Одной из наиболее популярных моделей велосипеда был Overman Victor. Выделяло его в первую очередь то, что он полностью был создан силами компании. От рамы до колес. А еще его владельцы всегда спешивались на пешеходном переходе. Явно какая-то местечковая шутка. Аккумулирую. Рама готова. Цепной привод к заднему колесу готов. Тормоз с управлением на руле готовы. Обода спецованные готовы. Казалось бы, все, что можно было изобрести и применить, изобрели и применили. Оставался последний штрих. В 1888 году уроженец Шотландии по имени Джон, который проживает и работает в Ирландии, изобретает пневматическую шину. Ну, надувную, то есть. Правда, патент на подобную штуку уже давно числился за его земляком Робертом Уилсоном Томпсоном. Еще с 1847 года. Но тогда изобретение осталось на полке патентной палаты и было, по сути говоря, нафиг никому не нужно. Естественно, позже это всплыло. А Джон как бы и не преследовал лавры изобретателя. Его цели на данном поприще были сугубо практичные. Он всего лишь хотел избавить своего 10-летнего сына от головных болей, которые тот испытывал, когда ездил на своем трехколесном велосипеде по неровным дорогам. Неожиданно, конечно, что именно человек из ветеринарной отрасли приложился к данному изобретению. А в Ирландии дети что, лягушек не надували? Потерянное поколение. Однако изобретение было настолько в нужное время, что их производство началось практически мгновенно. Джону даже выдали его собственные патентные изобретения, однако спустя 2 года аннулировали. Всплыло то Томпсона. Но найдя лазейки в патентном праве, Джон и его партнер, президент Ассоциации велосипедистов Ирландии, организовали агентство по производству пневматических шин. Ну, чтобы с изобретения денежку заработать. К слову, именно вариант Джона фигурирует в отличных документах как практичная пневматическая шина. Потому что первая, Томпсона, полвека пролежала не у дел. Ну, короче, непрактичная. Ну и внедрение нового, я не побоюсь этого слова, революционного элемента велосипеда тоже не стало долгой историей. И уже в следующем году на гонках в Англии и в Ирландии победителями стали велосипедисты на надувных шинах. В 1891 году Шарль Террон выигрывает первую в мире гонку на длинные дистанции. Париж-Брест-Париж. Выигрывает он ее на велосипеде фирмы Хамбер на колесах с пневматическими шинами. Изобретение Джона дало еще один толчок развитию велоиндустрии. А может быть, оно стало прям стартовым выстрелом для всеобщей велосипедизации. Полное имя человека, который завершил образ безопасного велосипеда – Джон Бойд Данлоп.
Интересно. Тут, конечно, должен бы быть дружный вздох автоаудитории, но мы-то канал велосипедный, придется пояснять. Фирма, названная в честь шотландского ветеринара Dunlop, до сих пор является производителем шин. И в свое время их логотип был завсегдатаем на гонках Формулы-1, например. А я понял! Итак, заканчивался 19 век. За последние его два десятилетия произошло очень много изобретений, улучшений, оптимизаций и стандартизаций. Велосипед к концу века уже был практически в том виде, какой дошел до наших дней. Центр тяжести сместился между колес и довольно близко к земле, что сильно уменьшало шанс закончить поездку в крутом пике через руль. Торможение от этого же стало куда эффективнее. Езда на велосипеде перестала быть уделом энергичных мальчуганов того времени. Велосипед стал по-настоящему народным. И в первую очередь он стал доступен для женщин. С каждым следующим годом велосипед становился легче, проще и дешевле. В связи с этим пенни-фартинг довольно быстро ушел в историю, а безопасный велосипед, придя на смену обычному, постепенно утратил всю уточняющую терминологию. Он стал просто велосипед, и единственное, что до сих пор волновало велосипедистов того времени, им негде было ездить. Но это тема уже другой истории. Вы почти на месте.